заехать на место для инвалидов. Сейчас мы ему укажем это. Попросим обратить внимание. Так, ну что, покинет или нет? Покинул. Сделал правильный вывод. Сделал правильный вывод. Попробуем свой палец. Водитель у вас ведь имеет водительское удостоверение, он знает? Водитель должен знать, где можно, где нельзя. Ну что вы задаете глупые вопросы, извините меня? Я не глупые вопросы задаю. У нас много инвалидов, больных на голову, которые ставят и доказывают, что мест мало. Вот я вам и говорю. Вот женщина, предупредила ее, она меня начала снимать. Да. Бросила. Вон другая. Вот еще женщина. Тоже бросила. Сейчас снаряд... Один инвалид, только сейчас... он стоит порядочно, и все. Сейчас снаряд приедет, я просто попрошу, чтобы их в первую очередь привлекли. Штрафуете? Нет, я не штрафую. А сколько мест здесь для инвалидов идет? Вот посмотрите, знак. Нет, знак я видел. Что... Знак. 8 метров. А дождусь ли я сегодня ГИБДД или нет? Хотелось бы знать. Сейчас укажу этому товарищу. О, пришла еще одна девушка. Сейчас уточним у нее. Какое отношение она имеет? Здравствуйте. Вы отношение имеете какое-то к инвалидам? А почему вы плюете на интересы инвалидов? Ну, потому что для инвалидов недостаточно места. Серьезно? Вот посмотрите на женщину, которая еще одно оправдание нашла, что для инвалидов достаточно места. Каждому ступень, и они свободны. Да. Все они свободны. А вот дама уезжает. Здравствуйте. Не обратили внимания на знак? Который? Вот. Не обратили? Обратите, пожалуйста, еще раз. И сделайте правильный вывод. Я понял, а что, масло уже не продает? Нет, не продаю. Но вы снимаете неправильно запаркован. Сделайте правильный вывод. Нет, я сделаю, но странно, с масла на парковку. Спасибо. Просто есть время свободное. Ехал на велосипеде, увидел массовое нарушение. ПДД. Вот люди помнят еще своих героев.
Здравствуйте. Вы обратили внимание на знак или нет? Нет? Вот обратите внимание. Ух ты. Да. Переставьте, пожалуйста, машину. Вот есть люди адекватные. Ну что ты будешь делать? Знают меня, уже узнают в лицо. Уже узнают в лицо. Вот она. Давай-ка я сейчас ее сниму. Зло. Не приехал наряд. Относительно. Предлагаю вам заняться настоящим мужским делом. Хорошо. Каким мужским? Подскажите. Работать хоть немножко. Хорошо. Буду работать немножко. Советчики. Одни советчики. Работать предлагает. Вот она. Героиня. Здравствуйте. Ничего. Ничего. Это место для инвалидов. Пока никого нет. А тут мы приехали, газель стояла. Вот это место для инвалидов, понимаете? Нет? Газель стояла. Очень хорошо. А вы газели взяли тоже штраф? Я штрафы не беру, я просто снимаю. Сейчас, пожалуйста, мы сейчас уезжаем. Ну, я надеюсь, что вам придет штраф, и в следующий раз вы подумаете. Да? А штраф большой? 5000 рублей. Да вы что? Ваш водитель знает, наверное. Если... Тут стояла большая газель, нам совсем не видно было. Мы просто подъехали и все. Это не оправдывает вас. Сейчас нету газели, и я вижу, что вы нарушитель. Да. Место для инвалидов. Тоже, да? Место для инвалидов, протяженность 12 метров. Можете отсчитать шагами. Сам, да? Ну как вы считаете? Ну я не знаю, как вы. Ну вот, не знаете. Можете сейчас фотографировать. Я все заснял. Да? Если вы не знаете, тогда откройте правила дорожного движения, перечитайте просто и все. Ну, вспомните, чтобы не нарушать и не страдать на 5000. Хотя если свободно, но... Нельзя, да? Думала, откройте правила дорожного движения. Вот тут машины стоят, вы же их не фотографируете. Откройте правила дорожного. Я кого увидел, того заснял. Это же нам не повезло, да? Да. Они знают, кого фотографируют. Вот везде тут знаки стоят. Места для инвалидов. Там 14 метров, здесь 12 метров. Там 12, там где-то 8 есть. Да где вставать-то можешь? Если везде для инвалидов. Площадка. Вот. Вот, посмотрите, площадка полупустая. Чем больше нарушителей, тем больше времени. Оправдываются как хотят. Хочу и фотографирую. Вот есть. Хочу фотографирую. Хочу фотографирую. Нарушителей фотографирую. Снимаю нарушителей. А вы кто? Так вот я спрашиваю. Да человек я, есть? Человек. Давай, хочу фотографирую. Я запрещаю снимать. Запрещайте. Не надо меня снимать. Я хочу снимать. Вы можете запрещать в своей квартире. Здесь вы не можете запрещать. Можете запрещать, я... Вот он для вас фотографирует. Конечно. Вот я человеку показал, он тут же уехал. А что ж вы раньше не подходили? Да не должен. Я вообще не должен подходить к кому-то. Да. И что-то объяснять. Вы получили правила водительского удостоверения, сами должны знать. Вот. С помощью камеры и пальца мы все... 12 метров. Мы фактически освободили площадку.
от всех, кто не инвалид. У нас осталось две машины. Они со значками «инвалид». Автомобиль подъехал, но надеюсь, он станет как положено. Все, вопросов к нему нету. Вот что может человек с камерой сделать. Один, говорят, один в поле не воин, но тем не менее воин, оказывается. Ушел. Здравствуйте, ваш автомобиль? Да, сейчас уезжаем. Будьте добры, прямо сейчас уедьте. Не сейчас, а прямо сейчас уедьте. И не ставьте, пожалуйста, на места для инвалидов больше. Это мой автомобиль, тоже убрать? Ну зачем? 12 метров, вот, ну, разметка. Вроде до сюда, да? Да, 12 метров разметка. А вот этот автомобиль явно стоит. Вы, конечно, маленечко заехали, ну... Ну, ладно, это да. Я уеду через 3 полчаса. Вот, посмотрите, какая стоянка стала спустя примерно час времени после того, как я сюда приехал. Здравствуйте. Обратите внимание на знак. Он инвалид. Если инвалид, без проблем. Сейчас наряд приедет проверить документы. Если инвалид, действительно, то все. Доставка пиццы. Здравствуйте. Обратите на знак, пожалуйста, внимание. Здравствуйте. Обратите, пожалуйста, внимание на знак.
А? Не, почти нет. Видите, когда человек попадает в YouTube и когда называют его негодяем, и это мягко говоря, после этого они задумываться начинают. Как-то это было по словам подальше. Ой, было? Да. Ну, ничего, вчера? Нет. Ничего не было? Не помню. Столько народу уже было. Кто-то ко мне не посылал. Меня кто-то ко мне посылал. Извинялся потом. Извинялся. Здравствуйте. Обратите внимание на знак, пожалуйста. Молодые люди, обратите внимание на знак. Сейчас приедет наряд во избежание всяких разных этих моментов. Наряд приедет, ему объяснять будете. Если не хотите, то лучше поставьте не на границе. А? Ну, не хотите? Ну, если люди башкой бьются и бараны они, ну не надо так же уподобляться. Ну переставьте, есть места достаточно. Не, вопросов нету. Наверное, я уже пойду. Наряд не едет. Здрасте. Наверное, я уже пойду. Итак, друзья, товарищи, час с небольшим спустя, не дождавшись ГИБДД, я почти навел здесь порядок. Фактически две машины стоит еще на местах для инвалидов. Вот это первый автомобиль. Вот место для инвалидов. Вот как раз здесь оно заканчивается. Вот. И второй автомобиль на месте для инвалидов стоит. А, там еще стоит один автомобиль. Три автомобиля стоит.